Всем здорово, мужики! Это мой новый ролик на моем YouTube-канале. Сегодня я решил взлететь на гагадропчик. У меня на бальге 15705 рублей. Этот баланс у меня остался с прошлого видоса, но там вроде было что-то у нас 15900. Я чуть-чуть открывал кейсы вне ролика, из-за этого подслил 200 рублей. Ну, короче, плюс-минус. У нас такой же баланс, как в прошлом видосе. Мы в прошлом ролике подняли плюс 5000 рублей к балансу. Я причем думал, мы подняли плюс 6000, но мы там подняли плюс 5. Я немножко ошибся. Надеюсь, сегодня меня гагадропчик будет окупать еще лучше, потому что плюс 5000 за прошлый видос — это неплохой результат, но я знаю, что гагадропчик может выдавать еще лучше. Ладно, полетели эмки против калашей со старта 5 штучек на 7000 рублей. Если этот кейс меня сейчас вначале не окупает, то все, мы эту традицию открывать этот кейс вначале убираем, потому что он слишком часто стал меня сливать. Но он даже сейчас меня сливает. Да, 5100 упадает. Ладно, давайте сейчас еще разочек попробуем, потому что здесь не прям супер плохо упало, и как будто со второго раза может выдать. Так, что, так, 2800, отлично, 2090, 1500 и ну, лавки-чмавки, блин. Но 7900, нормально, это окуп на 900 рублей, но мне нужен еще жестче окуп. Вначале я больше слил. Давай, 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 родной. Так, 2200, отлично. 726, так себе. 2800, отлично. 1500 и последняя, 1500. Ну, слушайте, 8900, это плюс 2000, неплохо. Мы начинаем все-таки благодаря этому кейсу видос. Ну, ладно, ладно, все. Этот кейс немножко возвращает свою репутацию. Мне его теперь хочется хотя бы периодически открывать. Потому что последняя ролика в 5 я начинаю с этого кейса. Я сливаю весь балик почти в этом кейсе. Ну, ладно, не весь балик сливаю, но, короче, очень тяжко мне в нем как-то уходить в плюс. Сейчас он, наконец-то, мне выдал. И причем достаточно быстро, я рад. И, мужики, напоминаю, все, кто хотят покатать на гагадропе, так же, как и я, вы можете при пополнении ввести этот промокод, нажать применить и получить плюс 11% к депозиту. Депать можно абсолютно со всего. Скиваться картой, скинами, криптой, как вам нравится. Депнули скинчиком 1000 рублей, на балике получили 1110. Вы со старта будете в хорошем плюсе. Также за каждый депозитный рубль вам дают один спипоинт. Что это такое? Короче, переходите к акциям, переходите в скинопад, и вы вот здесь можете свои спипоинты обменять на рандомное оружие. Вот у меня есть 10000 спипоинтов, давайте обменяем, мне что падает? Мне падает М4А4 адское пламя за 5982 рубля. То есть это плюс 60% к пополнению. В среднем эти спипоинты как раз выдают где-то от 30 до 70% к депозиту. Если сильно повезет, можно сразу плюс 114% получить и удвоить свой баланс прямо со старта благодаря спипоинтам. Иногда может немного не повезти, упадет 34%, 13%. Но в среднем где-то от 30 до 70%. Это работает как кейсик, падает что-то случайное. Еще у них есть битва поколений, вы можете открывать CSGO или CS2 кейс. И если выбиваете какой-то топовый дроп, то поднимаете таблицы лидеров и за это забирайте всякие халявные призы. Мне упал P90 мрак, ну продаем так себе на самом деле. Еще у них есть барабан бонусов, первый раз крутите его, если просто регаетесь по моей ссылочке в описании под видео, второй раз по этому же промокоду. Еще вот здесь у халявы тоже можете забирать. Так, ладно, полетели открывать кейсики, на балике у нас уже 22 563 рубля, ну слушайте, начало видоса у нас правда уверенно, уже плюс 7000. В основном благодаря SP-поинтам, я понимаю, но все равно приятненько, все равно мне приятно. Ладно, давайте Rush A или Rush B, 5 штук на 10 тысяч. Если у нас баланс большой, то сегодня можно рисковать. Так, Hyper Beast, 3200, дальше 2300, 957, 1719 и последний 1300, ну 9600, надо жестче, еще 5 штук. Надо еще жестче. Так, щелкунчик, 4800, отлично, ну 1300, так себе, 957, ну последнее, да, последнее тоже дерьмо. Ну какое хорошее начало было, но потом 4 не окупа, ну как неприятно. Еще 5 штук. Давай, давай, родной, 3900. 1400, 1200. Так, смертоносные кошечки хорошие, да, 3500. Так, все продаем, и давайте сейчас попробуем maybe магически открыть несколько раз. Может, мне сегодня мистери кейсы будут хорошо выдавать. Так, 1500, неплохо, давайте еще один. Ну, не то, что прям супер гуд, меня не окупило, но просто магически может сливать вот так вот, да, по 1000, когда он выдает по 700 рублей, по 800. Ну, может быть так, 1300 и... Карточка Джокер, ну давайте вот сюда. Ну, 720, ну так себе на самом деле. У меня тут, кстати, какой-то ширп еще есть. Это, наверное, с прошлого видоса остался. Давайте продадим. Так, на балике 21 357 рублей. Так, ну у нас почти открылись все бесплатные кейсы. Я хочу, короче, еще раз. Rush A или Rush B, 5 штук на 10 тысяч. Так, 1200, 300, ну одно дерьмо падает. 1500 и последнее 1700. Еще 5 штук. Ну давай, давай, родной. Так, 4800, отличное начало. 1200, дальше 932. 911 и 4300, нормально, нормально, 12 267 рублей, меня это вполне устраивает, так, продадим еще 5 штучек, давай, так, 1500, дальше 2200, так себе смертоносные, 3, смертоносные кошечки 3500, 697 и 2600, так, давайте какой-нибудь maybe апгрейдик сделаем на смертоносные кошечки, я бы себе на самом деле какие-нибудь перчаточки вывел, не супер дорогие, потому что сейчас рисковать и какой-нибудь маленький процент ловить я не хочу, а вот какие-нибудь вот такие, ну хотя не, может быть... А, ну так это одинаково. А, не, вот это разные перчатки, реально. Так, что тут еще есть? 6300 есть вот такие. P250, кстати, прикольно. Ну ладно, я хочу перчатки вывести, потому что я свои продал. Давайте вот, ну, чтобы процент был нормальный, вот такие, я думаю, перчатки Гидра. Давайте, 48%. Ну, шанс большой. По идее, должна быть изи победа, да? Ты,
сука. Нет, не изи победа, еще одна попытка. 2200, также на 6000, неприятненько. Но вот сейчас, сейчас я выигрываю апгрейдик на 6158 рублей. Мы эти перчаточки ставим на вывод. Наконец у меня будут перчатки. Ну, на самом деле, я только один день без перчаток поиграл, я свои продал, потому что они меня задолбали. Вот сейчас с этими покатаю, посмотрю, как они вообще смотрятся. Так, остальное мы все продаем. И на балансе у нас 17622 рубля. То есть от первоначального баланса мы уходим в плюс 2000 рублей. И при этом уже выводим перчаточки за 6100. Так, мне трейд пришел, я уже на телефоне увидел. То есть мне трейдик прям что-то моментально сегодня залетел. Ну и давайте примем, да, вот мои перчаточки. Сколько они стоят в Стиме, мне интересно. Просто есть ощущение, что они в Стиме будут дороже стоить, ибо сейчас все перчатки супер дорогие. Давайте посмотрим. 6200, не, ну 6200, а тут 6158. Это еще и закалка, кстати, перчатки, наверное, так себе. Ну ладно, я, может быть, потом еще что-нибудь повывожу, затрейжу, куплю себе какие-нибудь хорошие перчатки. Просто сейчас ловить лоу процент, рисковать я особо не хочу. Плюс апгрейдики на гагдропе — это спорная вещь. Здесь ловить там 10-15%, это правда очень рисково, можно весь свой баланс слить. Так, на балансе 17600, отлично. Давайте сейчас откроем все бесплатные кейсы, они тут как раз у меня постепенно открылись. Они тут, если что, как раз и открываются постепенно, в зависимости от того, насколько вы открыли платных кейсов. Так, у меня падает код красный дигл элит с элитного кейса за 4400, отлично! Слушайте, а мне элитный кейс начал заново хорошо выдавать. Просто раньше этот кейс, ну, выдавал в среднем от 3 до 4 тысяч. Сейчас как будто он в среднем выдает от 4 до 5. Но меня все устраивает. Ну, от платиновый выдает императорский дракон. Вроде как это не супер жестко, да? Ну да, 839. Нормально, на балике 24 тысячи. Это с учетом, что 6 тысяч мы вывели. Хоть и не супер жесткие перчатки, но мы их вывели, и при этом наш баланс остался в плюсе. Ну вот очень приятненько, когда выводишь какой-то скинчик, а баланс у тебя все равно еще повышенный. Ну прям вот приятно становится. Ладно, я предлагаю напоследочек открыть что-нибудь жесткое. Например, открыть один кейсик за 10 тысяч рублей, закаленный в боях, и на этом заканчивать ролик. Давай, 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 мужик, выдавай что-нибудь хорошее, пожалуйста. Ну и в конце рискую не просто так, чтобы ты что-нибудь хорошее. Так, дигл по такой информации. Ну, если он закаленный, он, скорее всего, закаленный. 13 тысяч, отлично, отлично. Походу, он, кстати, не закаленный, ни хрена упал, да? Да, Factory New. А почему кейс называется закаленный в боях, а мне падает Factory New? Не, меня в любом случае все устраивает. Мы продаем на балике 28 тысяч рублей. Ну, вообще 27 922. Но мне приятнее округлять. Такое число более приятное, когда прям 28 тысяч слышишь. Мы сегодня подняли, получается, к балансу мы сегодня подняли. Было 15, стало 27. Подняли плюс 12 тысяч, плюс 6 тысяч вывели. Плюс 18 тысяч рублей мы сегодня к балансу подняли. И еще и вывели перчатки. Ну, просто идеальный ролик. И, мужики, напоминаю, все, кто хотят покатать на гагдропе, так же, как и я, вы можете при пополнении ввести этот промокод и получить плюс 11% к депозиту. Депать можно абсолютно со всего. С кивасы, карты, скинами, криптой, как вам нравится. Депнули скинчиком 1000 рублей. На балике получили 1110. Вы со старта будете в хорошем плюсе. Также не забывайте про SP-поинты, биту поколения, барабан бонусов, бонусы. Короче, халява на сайте много. И все, мужики, всем большое спасибо за просмотр. Ставим лайки, подписываемся на канал. Не забываем писать какой-либо комментарий. Это сильно помогает продвижению ролика. Я считаю, за такой красивый видос можно, потому что мы сегодня прям реально так хорошо поднялись. Плюс 18 тысяч за один, мать его, ролик. По записи у меня 14 минут, у вас монтажом это еще будет меньше. То есть мы за 14 минут подняли 18 тысяч. Ну, за такое можно и лайк, и подписку, и комментарий по-любому поставить. Все, парни, всем удачи, всех люблю.